was born like this, is born like this. Immaculate conception, I transform like this, perform like this. What shouts you a new weapon? I don't contemplate, I meditate. Then off your head. This that put against the bed. This that I got. В этом ролике я не буду админить и как-то самолично наказывать нарушителей. Я предоставлю всю эту работу от начала и до конца администрации сервака, будь то донатная или же наборная. Потому и жалобы будут достаточно длинные, нежели в других моих роликах, потому что я не разбираю сам ситуацию, не тэпаю, как это обычно бывает, не говорю ему нарушения, что он сделал не так и выдаю наказание. Нет, меня берут на жалобу, я объясняю и аргументирую, почему это будет нарушением, и админ только потом думает и после этого выносит вердикт. На самом деле это достаточно энергозатратно, по 300 раз пытаться объяснять какому-либо гидроцефалу, что он сделал не так, буквально на пальцах или же на палочках, как делают с маленькими детьми. Поэтому сегодня либо терпите долгие разборки, либо наслаждайтесь тем, насколько они длинные из-за тупости нарушивших правила. Я покрою твой анус блестками, анус блестками, анус блестками, анус блестками, анус. Ну чё, здорово! Вот я и зашел снова на этот вот ВАСТРП, и сегодня, может быть, что-то да получится найти. Но если меня, конечно же, опять не спалят, как это любят делать по прошлому опыту на Infinity, я очень надеюсь, что такого не будет, но да ладно, будь что будет. Для начала надо бы замаскироваться, ребят, понимаете? Меня любят же палить, вы сами это знаете. А надо замаскироваться, поменять хотя бы мне, получается, аватарку, потому что уже аватарку эту... в виде крысы, которая сидит, курит сигарету с подписью «А кому сейчас легко?», ее тоже палят. Поэтому мы с вами, получается, меняем аватарочку и идем спокойно себе играть дальше на сервачке. Что за мудак, который бегает, дэмит? Его когда-нибудь забанят, нет? Я палиться просто не хочу, ты понимаете? Я просто сделал вот раз. Такой вот VIP+ себе аккаунт, но на самом деле... Ну давай рассказывай, что тут произошло. Он напал на них, он нападает, выходит и расстреливает всех. Офицер, он всех расстреливает, убивает. Наказать его надо как-то, наказать. Он нормальный, он хороший. Это у него есть... Да ты ж мой солнышко, он нормальный, он хороший. Вообще странно, почему у этой профессии нету встроенной лицухи. Потому что, ну, блядь, секретный агент, он, наверное, знает, где можно подсуетить себе документики, пусть и фальшивые, но да. Но нет. Документов у него нет. Мэр, здравствуйте. Я бы хотел у вас узнать по поводу контрактов. Есть ли у вас какие-нибудь дела ко мне? Почему дверь закрыта? Да я не знаю, что она кстати закрыта. Можете меня тоже впустить? У тебя есть шанс получить пизды. Не стоит. От кого? От тебя, что ли, блядь? От меня. Да, нихуя ты не сделаешь. А, ну, ты открой. Ага, Он сказал, нихуя не сделал, ну как бы. Все. Оскорбление, унижение, провокация, все дела. Ого. Не знал, что люди такие ранимые на ДРКРП. Может убивать на своей территории без предупреждения. Может убивать в случаях, если ее оскорбили при выполнении заказа, преследуют, агрессируют ее в сторону или в сторону ее знакомых, или нападают. Так он же сам спровоцировал. Меня убил Сёгун Райден. Без заказа, прямо в мэрии при мэре. Чё расскажешь? Я пришел к мэру, получается, узнать, есть ли у него для меня работа. Вот, он, получается, его впустил, а меня нет. Я спросил, говорю, можно мне, типа, войти? Вот, он мне начал угрожать зачем-то, типа, ты можешь тут пизды получить? Я сказал, от кого? От тебя? Писк. Вот. И получается... Я сказал, у тебя есть риск это получить. Да, риск пизды правило, получить. Я говорю, от кого? От тебя? Он говорит, да. Я говорю, нихуя ты не сделаешь мне, типа. И он выходит, меня убивает просто так. Я его поставил перед фактом, что у него есть риск это получить, после чего он сказал, что краски ни хрена я ему не сделаю, что является провокацией. Все. Сейчас, подожди, я вправо посмотрю твою профессию, а то я за нее вообще не шарю. Я могу убивать за оскорбление, домогательство, преследование, ну там за очень много. Оскорбление, посмотрю, агрессия в сторону знакомых или же этой профессии, агрессия или тоже, же нападение. Да. Провокацию спокойно можно считать как агрессию. А тут не прописано это. Провоцировал кто-то тебя? Нет.
Ты сам это... провокации. Но ты сам об этом сказал, что там кто-то пизды может получить. Зачем-то. Так я тебя перед фактом поставил, ты начал грызаться, все, провокация. А, так ты это перед фактом так ставишь, да? Ну, да. Ну, так это нон-РП. Ты берешь сам, провоцируешь на конфликт какой-то, чтобы создать себе причину для убийства. А, ну смотри, это считается агрессией в его сторону. Ну, то есть ты... И он мог тебя убить. В смысле, а в мою сторону это не агрессия, разве? Потому что мне чел открыто угрожает убийством. Так нет, смотри. Так ты на него агрессировать начал, и он имеет право тебя убить. Я начал? Я начал? Мне сказали то, что меня тут убить он может. За что, непонятно. Просто вот он. Я сказал, вот как было, то, что у него есть риск. Он сказал, что нету, краски начал грызаться. Это угроза. Ты сказал то, что ты можешь, грубо говоря, убить меня. Он может сотрудничать с кем угодно. То есть он мог сотрудничать с ГОСом. Хорошо, и так я тоже. Тем самым, ну так он тебе сказал выйти. Мне никто не говорил выйти. Я просто спросил, можно ли мне зайти. Тем более не у него, а у мэра. Ну, если он сотрудничает с мэром. Да какая мне разница, с кем он сотрудничает? Я вообще не с ним говорил, он берет мне угрозы кидает, типа, ты тут можешь умереть вообще, ты пизды можешь получить от меня. Где тут угроза, скажи? Но ты угрожаешь убийством человека. Где тут угроза? Пошли, демку посмотрим. А чё демку-то смотреть? Он все, что я говорю, он подтверждает, это не отклоняет. Он мне прямо угрожает. И он только говорит единственное, что это не угроза, ну, а это просто поставить смотри, перед фактом. Как это было? Вот смотри, он заходит к мэру, ФД закрывается, я подхожу. Говорю, а можно мне тоже подойти? Мне начинает он отвечать вместо мэра, типа, вот, у тебя тут риск есть пизды получить. Я говорю, от кого? От тебя, что ли? Он говорит, ну да. Я говорю, а схуяли, ничего ты не сделаешь. Он выходит и убивает меня. Еще одна профа для РДМа у ебанов. Ну, если ты ему, конечно, просто так сказал, то есть тебе мэр ничего не говорил. Как короче, наборный ответ, конечно, он скажет, что нет, потому что это... Бля, но только не он, потому что он на мэре как раз таки это все видел и ничего ему не сделал за это. Ты думаешь, он будет реально адекватно рассуждать насчет этой ситуации? Вообще, я наборного позвал, потому что... Ну так этот наборный как раз таки там и был в виде этого, в виде мэра. В виде мэра? Ну да. Вы если типа хотите звать другого человека, ну блядь... Но ты зовешь как раз того, кто там присутствовал. Я бы понял, если бы он посчитал то, что я ему начал угрожать, вот, и мои слова конкретно звучали бы как «Вот я тебя сейчас убью!» Вот это была бы угроза. Но я тебя буквально поставил перед фактом, что у тебя есть риск получить. Ты мог просто смириться с этим и не продолжать агрессию в мою сторону. Все. Никто и не продолжал агрессию в твою сторону, и никто и не начинал. Ты продолжил агрессию? Ты сам сказал о том, что там есть у кого-то риск умереть от твоих рук, за что? Непонятно. Тебе просто сказали, нихуя ты не сделаешь, и все. А тебя никто не оскорбил толком. Тебе не сказали, что ты еблан, к примеру. Тебе не сказали, что ты можешь там, не знаю, нахуй пойти, да? Тебе просто сказали, ты, мол, ничего не сделаешь, и все. Ты вышел, убил. А для чего? А вот зачем? Дословно твои слова «ты что?» «Да ни хрена ты мне не сделаешь». Вот. Нет? Не так было? Да, так было. А где тут оскорбление-то, собственно? Ну, это агрессия, лол. Какая агрессия? Которую ты сам начал? Ты сказал то, что, блядь, у тебя есть шанс умереть нахуй. Я как раз-таки на это могу, типа, повлиять. Ты прямо об этом сказал. Я спросил, от тебя, что ли, пизды получить? Ты говоришь, да. Схуяли, это тогда не угроза. Ты же сам это спровоцировал. Я уже сказал, я стал тебе перед фактом. Ты продолжил агрессию. Ну, он тебя, типа, предупредил, так я понял. О чем предупредил, блядь? Он взял, сам спровоцировал это все. Его никто за язык не тянул, понимаешь? Ну смотри, если он с мэром сотрудничает, и мэр не хочет, чтобы к нему заходили никто, кроме него, ты попросился к ним. Он тебе просто сказал, типа, если ты зайдешь, у тебя есть риск получить там, ну, в пулю. Да, то риск получить, а ты за что, блядь? За то, что я просто хочу по работе туда зайти к мэру, или что? Это его как-то касается? Ну, нет. Так... Если у него есть там застройка, там есть отдельное окно, чтобы с ним поговорить. Так я и зашел туда, я спрашивал, можно мне внутрь зайти? Я никуда не ломлюсь, я не ломаю двери. Ты можешь пока... Так я и не успел поговорить, он начал мне угрозы кидать, то что вот, у тебя риск получить пизды есть от меня, выходит, меня убивает. Как я поговорю? Ну, смотри, и ты начал отвечать, типа, да ты мне ничего не сделаешь, да туда-сюда. Типа, с повышенным тоном считается как агрессия. Какая агрессия? Я его оскорбил, что ли? В смысле, я оружие достал, там, ну, смотри, начал размахивать. Это ж не только оскорбление. Ты
понимаешь, что агрессия это только оскорбление? Нет, ну то есть я, смотри, по правилам понимаю так, то, что за эту профессию можно провоцировать людей, и тебе нихуя за это не будет. Но если тебе ответит кто-то, ты можешь рдмить спокойно, правильно? Ну в правилах не написано то, что типа он может провоцировать на агрессию и тому подобное. Там только написано то, что он может убивать в случаях агрессии, оскорбления. Ну, значит, они сделаны так, что ты можешь просто людей провоцировать на агрессию в свою сторону и потом их убивать. Ну, это уже дырка в правилах, понимаешь? Это уже дырка в правилах. Да какая нахуй дырка в правилах? В правилах не прописано то, что можно бегать, провоцировать людей вот так. Если у вас возник конфликт с другим игроком в общественном месте, то бой между вами разрешен только на кулаках. Запрещается в общественном месте устраивать массовые драки и намеренно провоцировать людей. Дополнительные правила, 6-й пункт. Кабинет мэра не общественное место. Так. Намеренно провоцировать людей. Это ж по идее просто предупреждение, а не провокация. А с чего это предупреждение вообще? Я что, сказал типа открывайте, бляди, быстрее или что? Я спросил просто. Нет, ты просился зайти к нему в кабинет. И что? Это типа повод говорить, что я тебя, блядь, убью, и потом удивляться, что тебе ответили, мол, ты нихуя не сделаешь, обижать рдмить, серьезно? Что ты выгораживаешь? Я тебе пункт дал, то что в котором пишется, что нельзя провоцировать людей. Не, подожди, раз правило так криво прописано, давай тогда брать из дополнительного правила 6-го пункта просто строчку, что нельзя намеренно провоцировать людей. Типа, а почему? Ну правила же дырявые, правильно? Так там написано то, что запрещено в общественном месте провоцировать людей. Но там также запрещено просто намеренно провоцировать людей. Можно же и убрать это, да? А то есть вне общественного места можно просто так провоцировать людей, да? На нарушения, на какие-нибудь, не знаю, действия в РП, которые могут повлечь за собой фрикилы. Смотри, там написано запрещено в общественном месте, там перечисление идет, чего запрещено. Ну хорошо, а вне общественном месте можно, то есть провоцировать людей? А с какой целью? Провоцировать людей. Ну я же говорю, хорошо. Тогда, получается, вне общественного места можно провоцировать людей, да? А для чего это делать? Видишь, дырявые какие правила? Одно написано, другое не написано. Ну, то есть, ты его дырявое правило профессии, ты нормально принимаешь и его выгораживаешь, а вот это дырявое правило, о котором я тебе сказал, ты его не хочешь принимать. Хотя тут прямо написано, провокация запрещена. Там написано, запрещено в общественных местах, и перечисление, что запрещено. Массовые драки, провокации людей. Но у него в правилах профессии не прописано, что он может провоцировать людей вот так вот. Ну все, тогда его надо откинуть. Что? Запретил. Алло! Ну все, тогда его надо откинуть, запретил. Ну, а я тебе о чем говорю? Сейчас я... Зачем ты вообще меня позвал? У тебя же админ есть. Что? Ты хелпер, алло! Наборный! Бля, ты можешь не отвлекаться, ну, от жалобы? Ты уже одного админа и... позвал, он стоит когда... тут. Пусть, когда администратор меня позовет лично. Пусть администратор меня лично ты позовет, если у него будет какая-то будет проблема. Слушай, ну если бы ты так был уверен в своей правоте, ты бы не звал кучу админов. А почему тогда в 8-м правиле написано, что общественное место приравнивается к людному? И пишется, что мэрия — это место, где есть сотрудники мэра и сам мэр. Это разве не людное место? Где считается общественное место, где... Ну это людное место тогда, судя по правилам. По-твоему, хорошо. Вот любой наемник не может убить мэра в его кабинете. Нет, может. Но. Почему? По твоей логике. Это же общественное место, по твоей логике. Так вот, нет, это не так работает. Так тебе не об этом говорят. Тут вообще-то первостепенно не само общественное место, а то, что ты людей провоцируешь, что идет вразрез с правилом 6-м пунктом. Так а где была провокация? Ты сам начал об этом говорить, что там кого-то можешь убить. Скажи. Зачем-то? Я сказал, у тебя есть риск. Да, да. А зачем ты это сказал? Где прямая провокация? Для чего? Ну ты спровоцировал на реакцию определенного человека. Ты с каким-то ожиданием, наверное, ты это говорил. С ожиданием какой-либо реакции. Реакции то, что ты просто уйдешь? А схуя ли мне просто уходить, если мне каждый второй вот так вот будет говорить? Серьезно? Ну, поздравляю, это ты влип. А, хорошо. Если бы я так ходил и каждого РДМил... Ну, так я тебе прямо говорю о том, то, что, судя по правилам, можно так делать. Ты спровоцируешь любого мента, он пожалуется, тебя забанят за 1-1. Вот. Нет, не забанят. Потому что меня оскорбят. Забанят? Нет. Нет. Но ты же сейчас спровоцировал, и тебе ничего не будут выдавать. Почему тогда мне должны будут выдать, интересно? А что это такое? Ну, ты решил не проигнорить, ты умер, все.
чем проблема? Ну так причины убийства-то не было. Причина агрессии в мою сторону, все. Нет, ты просто интерпретируешь в агрессию все, что тебе просто в какой-то момент не нравится. Тебе не нравится, что не затерпели, не ушли, и ты вышел, убил, и все. Никто не прогонял никого, ты просто захотел подэмить легально. Поздравляю. Если бы я хотел подэмить, я бы купил хату и зазывал туда людей. А где ты тут агрессию видишь? Так но ты мог как это... минимум нормально это тоже без мата, ну, тоже построить предложение без мата. Ты же мог это сделать, но зачем ты это сделал по-своему? Ну ты же первый агрессировал. В принципе, ну, что где ты... агрессия? Где? Скажи. Ну ты же спровоцировал, что написал, у тебя есть шанс получить пизды, но это тоже агрессия к человеку. Смотри, не милаха, если бы он бы ответил бы хотя бы так, что ну да нихуя ты мне не сделаешь, я тебе сделаю, то да, агрессия хотя бы тут маленькая и была. Но просто да нихуя ты мне не сделаешь, он тебе ответил на твой личный вопрос. Ну, это ответил тебе. Грубо сказано. Никак не агрессировал. Ну, грубо сказано, это не агрессия. Так ты сам начал... В смысле, грубо сказано, не агрессия? В смысле, ты же сам грубо так же сказал, что есть шанс получить пизды. Ну, для меня это тут вообще не агрессия лично, для меня. Может, для тебя это и есть агрессия, но у которой ты покупаешь такую профессию за пару, ну, тысяч, ну, там, пару тысяч рублей, для тебя это все агрессия. Но для меня, как нормального человека, который, ну, не покупает такие профессии, ну, или кому-то, ну, именно, который покупает, или кому-то подарили именно, да, то, ну, я тут не вижу агрессии, не знаю, почему вы все тут видите агрессию, но лично я хз. Я тебя понял, Ёршик, давай форму. Давай. Его все оскорбляет, блядь. Да, блядь, наконец-таки. Я бы вообще охуел, если бы это не было якобы нарушением. Что за, сука, бред ебаный? То есть ты, блядь, берешь, рассказываешь, что ты сейчас кому-то там можешь с каким-то шансом, с какой-то вероятностью, с каким-то риском дать, получить пизды. У тебя уточняют, от кого? От тебя пизды получить. Ты говоришь, да, от меня ты пизды получишь. Тебе в такой же манере отвечают, да нихуя ты не сделаешь. И для тебя это уже агрессия. То есть ты сам, сука, ну, рядовой разговор какой-то ты поддерживал? Типа, ты получишь пизды. Нет. Ты прямо угрозу кинул об этом. Ты прямо кинул угрозу об этом человеку. Ты удивляешься, что тебе так же отвечают. Пиздец. Ущемленные ебаные дети шлюх с этих Dark RP. Это просто пиздец. Я не знаю, как на это реагировать еще. И он на меня агрессирует, блядь. А я могу агрессировать, а ты нет. Это не провокация. Я просто поставил перед фактом. Охуеть, интересные факты. Бронестекло. Ого. А мне вот интересно, а почему бронестекло здесь, а не здесь? О-о-о. Здорово. Ксенка раз. Блять, какой... Ты чё, ёбнутый? Ксенка раз. Ксенка раз. Пидорасы ебаные. Достаточно, по-моему. Сколько тебе, долбоёб, скинуть? Каш, какое им слово, бля. Пидорас, какое... Сколько тебе денег скинуть, блять? Да ебанутый, сука, я говорю, сколько денег тебе скинуть? Как я тебя называю? Вообще, блядь, не важно. Привет. Алло, да. Мне сказали невнятную какую-то сумму, которую я должен скинуть. Достаточно, по-моему. Я на эмоциях оскорбляю, говорю, пидорасы, сколько вам денег надо? Мне говорят, скажешь еще что-нибудь? Убью. Я говорю, пидорас, сколько тебе денег скинуть? Потому что я не услышал. Он берет меня, убивает. Сейчас я опять пришел в бедный район. Я зашел в двух... Ну, вот это, в дом. Я просто смотрю на чела, он достает оружие, меня убивает, берет. Нахуя, непонятно. За что ты меня убил? Я так и не понял, людей. Сколько денег скинуть. Сказал, 20 канапу, алло. Ну так я не понял, я тебя... Спросил, сколько еще раз ты мне говоришь, скажешь, еще что-нибудь убью. Какой чел именно? Один микрофон. Говори, инсанки. Где? Салам алейкум! Демку хотя бы, где я ардемлю. Какую, блядь, демку? Ты шо, с памятью рыбки на 15 секунд или чё, блядь? Это было минуту назад или две. А, ну да. Типа сказал этот 20 на пол, ты сказал, слово скажешь, убью. Ну ты сказал слово, я и убил. Я, блядь, спрашиваю, сколько денег скинуть, потому что я не услышал. Ты шо, совсем ненормальный? Ты, блин, этим изменителем голоса нихера ничего не понятно. Причем тут изменителем голоса? Ты что ли изменителем говоришь? Я говорю, я не услышал, сколько денег скинуть. Так даже сейчас ты не понимаю. Один микрофон, третий в первом предупреждении. Я, получается, не услышал, сколько он денег сказал скинуть. Я им говорю, пидорасы, сколько вам денег скинуть? Он мне говорит, еще раз скажешь слово, я тебя убью. Я говорю, сколько тебе денег скинуть, пидорасы? Он меня убивает.
Но, в принципе, это же, ну, не причина была убивать, так как человек переспрашивал, сколько денег он должен скинуть, на что вы ему не отвечали. Он опять переспрашивал, и вы его убили. Хотя он просто переспрашивал вас. Судя по тому, что он объясняет, ему просто не понравилось, что я у него спрашиваю и говорю с ним с помощью войс-мода, охуеть. Ну, креатив, это, в принципе, не причина была убивать. Действительно, пидорасы. Чё, бань, я не хочу с ним общаться больше. Пиздец. Хорошо, ущемился. Ущемился от войс-мода. Войс-мод, ты вот выключишь эти... Да. Ладно, сколько? Интернет я тебе нахуй выключу, чтоб ты, сука, в эту игру не заходил. 30 минут. Хоть ты тут зашёл, всё, уже, мы баним, забей. Всё, РДМа больше не быть, гондон. Я откуда знал, что это не коп? Ну, так и даже если я коп был, и что? Он был под маскировкой. И что дальше? Но убил-то за что? А что случилось? Причина убийства? Ну, причина убийства какая? Я с оружием стоял. С монтировкой ты стоял. Ты с монтировкой стоял. Ты бил монтировкой дверь, я зашел, увидел это, ты на меня посмотрел, достал миниган и расстрелял. Кто он может быть копом? И что? Причина убийства? За что ты убил меня, блядь? Он тебе угрожал как-то или что? Что ты его убил? Нет, я просто зашел, по лестнице поднялся, посмотрел на него и умер. Он с оружием на меня нацелился. Я в твою сторону повернулся, блядь, с оружием, зайдя уже до этого. И что дальше? Ты что, всех расстреливаешь, что на тебя с оружием смотрят, да? Ну, охотник, знал, это не причина. Да при чем тут коп, не коп, блядь, причины убийства нету у тебя. Ты этого не понимаешь, что ли? Я откуда знал? Что ты откуда, блядь, знал? Ты просто так убил человека. 100 часов онлайна, сука, чем ты правила читаешь? Ты ебабо. Это ты ебабо, пидор пиздоголовый. Закрой ебло свое, сука. Челядь ебаная. Охотник, получается, РДМ, но это не причина была убивать человека тем, что он просто с оружием, как ты говоришь, нацелился на тебя. Получается, охотник, выношу вердикт, у вас РДМ, но это не причина была убивать человека, то, что он нацелился на вас. Я откуда знал, что это не коп? Ты видишь, ранг. Ну, охотник, такой. Я тогда, получается, сейчас скину форму, себя забанишь за РДМ. Вот. Окей. 3 часов и душнит ужас. Кто тебя, блядь, душнит? Ты хуйню делаешь, хуйню в ответ получаешь. Совсем больной. Выдай себе форму и все, иди отсюда нахуй. Вайсмот офни. Или что ты сделаешь? Я не офну нихуя. Заставь меня это сделать. Единственное, что ты можешь, это про вайсмот писать. Ты и тебе подобное, пиздец. Секунду. 12 минут это обсуждаем, даже 13. Нихуя по факту сказать не может и рассказывать мне про вайсмот. Пиздец, позорище. Ебать, зафрикил, просто жалобу подал. Душнило. Вы бегаете хуйней, страдаете, потом удивляетесь, что на эту хуйню, которую вы устраиваете, подают жалобы. И то, что от этой хуйни есть недовольные люди, пиздец. Что с вами не так, блядь? 3К часов у меня, ну хорошо, и что дальше? А может я их на АФК настоял? Какая тебе разница, блядь, сколько у меня часов? Я же админку себе не беру, я жалобы подаю, не я же с этим разбираюсь. Вон админ принимает решение, да? Вниз спустись. Почему, что такое? Ну спустись. Зачем? Спустись, а... Что ты меня расстреляешь, блядь, если я не спущусь? Я такой же офицер, как ты. Спустись, ты. Это нормальный, нет? Что за нахуй? Ты что, ёбнутый? Да схуяли, блядь! Да что за нахуй? Почему он меня начинает бить тазером, сука? Почему? Да что я сделал? Я просто стоял, блядь! Фритазер, сука! Да твою мать! Я полицейский обычно, схуяли ты мне угрожаешь, бегаешь? Ты скотина, блядь! Чё я, сука, сделал такого? Блядь? Спустись раз! Я говорю, что ты меня расстреляешь? Дал тазером, блядь. Интересно, сука, такой. Что это за педрило был? Виталий 2008? Охуеть. Захуярил Виталий 2008. Но у меня проблема не по фрикилу. Типа я ему начал с пистолета отвечать. И как бы за что я и получил пизды. Претензий не имею. А у меня ситуация такая. Я в маскировке по крыше бедного района бегаю. Выхожу, меня чел видит, я попрыгал. Я в маскировке нахожусь уже. Попрыгал, он меня зовет что-то. Я раз возвращаюсь...
на этот, на выступ. Говорю, что такое? Он говорит, спуститесь. Я говорю, зачем? Я не хочу сейчас. Он говорит, спуститесь раз. Я говорю, что ты меня расстреляешь после этого? Я же, говорю, такой же сотрудник, как и ты. Но я в маскировке. И он начинает меня ебашить шокером. Почему? За что? Зачем? Здорово. Что ты делаешь? Виталий, жалоба за фритайзер. А я, как сотрудник, должен был тебе подчиняться или что? Смотри, ты тоже сотрудник, как и ты. Так, ФБР, хорошо. А где это написано? Почему? Скажи, по правилам написано, что полиция только шерифу подчиняется. Не, а даже если не так. Даже если не так, мне очень интересно, а с какого хуя я должен подчиняться такому сотруднику, который начинает мне тут же почти отсчитывать, чтобы я спустился? Нормально не объяснив вообще, чего от меня надо. Нет, типа, пойти на рейд там, может, он меня хотел позвать. Я бы пошел, если бы он это, конечно, сразу сказал. Я бы спустился, сказал бы, так, че, куда идем исполнять, давайте. Нет. Он мне говорит, раз, спустился, два, начинает меня тазером хуярить. Интересный человек. Ты меня шокером ударил зачем-то. Ты нормальный? Нет. Потом ты удивляешься, что по тебе стреляют? Все хорошо у тебя? Как легко это разрушить эго человека, который играет на госпрофессии? Достаточно ему просто не подчиниться. Так я и так стоял и не двигался. Ты понимаешь это, нет? Я и так стоял и не двигался. И схуя ли ты мне угрожаешь оружием, чтобы я типа спустился, когда у меня у самого оружие? Ты что, думаешь, это сработает или что? Ну, хотел подняться, и ты там попрыгал, поспотыкался, да, я стою дальше, смотрю. Ну, и чё дальше? ДМБ болеешь, я хз. Просто ты мне скажи, а для чего я должен был спуститься? Вот просто для чего? Ну, я говорю, для чего я должен был спуститься? Проверил на мента, а откуда у тебя подозрения появились, что я не полицейский? Подскажи. Ну, почему ты именно к этому человеку подошел и решил его проверить? А он даже не, понимаешь, не подходил. Я с крыши на него смотрю, он увидел меня. И все. Он меня позвал, я с другой стороны отозвался. Он говорит, спустись. Раз, два, три. Ебашит тазером. Ну откуда у тебя подозрение, что конкретный мент какой-то не настоящий? Ты вот мне скажи это. Мы с тобой в каких-то РП-процессах участвовали, где я бы спалился в чем-то. Нет, ты меня впервые увидел, блядь. Посмотри, Виталий, тебе сказали то, что мент липовый, да? А ментов-то много. А почему ты решил именно к этому подойти и проверить его? Там же не сказали имя или что-то там. Или ты не спросил имя у человека, чтобы проверить, он или не он. Я уже к третьему подхожу. Проверка маскировки, допросы устраиваются тогда, когда, ну, что-то этому предшествует, понимаешь? То, что я, к примеру, во время задержания прошу кого-то другого заковать в наручники, потому что сам якобы не могу, отмазываясь, то, что забыл наручники. Отсюда может быть подозрение. От того, что ты меня, блядь, увидел, пока я хожу на крыше, это не подозрение, это просто шиза какая-то. Чего именно не говорил? Но ты просто с нихера по факту решил меня проверить. У тебя нету оснований, чтобы меня проверять. Для этого есть шеф полиции, для этого есть мэр, хорошо. Но ты мной не управляешь. Ну понятно, проверяй дальше всех подряд, и потом не удивляйся, что тебя выдают на НРП. И фритайзер, кстати. Окей, но ты также не можешь мне командовать, для этого есть шеф полиции и мэр. Ты это понимаешь или нет? Если не понимаешь, открой правила, там черным по белому это прописано. Это не тот момент, когда правила дрявые здесь, и тут ясно, четко сказано, что ты не можешь этого делать. Ты потому что ты пишешь, ты ебанат. Адекватный просто. Получается, Виталий, я вас баню за НРП и фритайзер. Да-да-да, тебя. По голосу ты нарик, ну пиздец. Так я себя полностью адекватно веду. Виталий, второе предупреждение. Ты уже какие-то тут ярлыки вешаешь, сидишь. Хуйню пишешь какую-то бессвязную. Виталий, я тогда вас баню сейчас. Я за язык его не тянул в третий раз писать там про нарика, про еще какую-то хуету. Виталий, ну, третье предупреждение. Виталий, я вас баню на 2 часа, да, получается. 2 часа и 20 минут. Да, молчу, потому что все, что мне надо было сделать, я уже сделал. У тебя уже идет неадекват и также фритайзер с нон-РП. А, ну 40, да, 40. О, отлично. Что ты сделал, объясни мне? Жопка сгорела, жопка короче, сгорела. Мне, короче, одноухий. Я, короче, одноухий, от своего, да, имени, сгорел. Потом покажешь мне дамку, окей, да? И да. Ну окей, да. Все, забанила. Жопка сгорела у пидораса одноухого. Пойди на блошиный рынок себе, купи второе, блядь. Пидорас всратый. Да я думаю, сразу его давай. Он же специально ливнул. А сейчас немного не вошедшего в нарезку со стримов материала. Я тогда его не добавил и добавлю сейчас. Там я тоже зашел на ВастерП, но немного на другой карте. Сидеть дома и не выебываться. Причина комендантского часа хорошая, кстати. Лицензия на бизнес имеется. В законах написано, лицензия нужна. А чё, съебался? Съебался сам. Лицом к стене встал. Лицом к стене раз, два.
Так, вы пока в наручниках побудете. Документы покажите на магазин. Лицензию. Покажи свой знак. Я сам к стене встал, раз. Я и так встаю. Будь арестован. То, что я буду арестован, я это прекрасно понял. А за что я буду арестован? Нет, ладно, я это тоже прекрасно понял. Но по правилам тебе нужно назвать полностью причину, чтобы человек, которого ты арестовываешь, услышал и не задавался лишними вопросами, за что его арестовали. Ведь по РП мой персонаж не видит этих надписей «комендантский час», «причина этого комендантского часа» — сидеть дома не выебываться, не видит сколько ХП и прочего такого. Это мне должны говорить по РП, эту РП-информацию другие РП-персонажи. Слушай, у меня на тебя жалоба, вы заняты еще? На меня? Да, да. Скрипка? Сейчас, секунду, я буквально 2 минуты пацанам объясню. Скрипка! Объясни мне, кого я арестовал и вообще кого-либо я арестовал. Магазинчик, вон тот, где оружейник был. Извиняюсь, перепутал. Все, может быть, свободен сейчас. Насколько я понял, арестовал... Скрипка нельзя закрывать, блять, нельзя закрывать. Я его арестовал. Арестовал его суперсолдат со словами, не дома в комендантский час. А я не услышал. Тензи есть? А я не услышал. Ну ты, блядь, ты не услышал. Но это твои проблемы, то, что ты не услышал. А так он не договорил, когда меня арестовал. А он это сказал? Он сказал, что он тебя арестовал за... Не то, что ты не дома в комендантский час. Да, только я не услышал этого. Если у тебя есть... Ну, у тебя должны быть доказательства. Согласись, ты жалобу подаешь. Ну да, так. То есть он утверждает, что он сказал все нормально, и потом меня арестовал, да? Фу! Смотри, я тебя когда поставил лицом к стене, ты что сделал? Ты взял и решил съебаться. В смысле? Я на Джигерате, ты решил съебаться. Ты обошел меня и вышел на улицу. Да, блять, кто меня арестовал, ты сначала определись. У тебя уже, допустим... Арестовал тебя суперсолдат. Я тебя лицом ставил, у тебя Федот П, потому что ты начал убегать. Куда я убежал-то? Ты уже был убежавшником. Ладно, все, я не буду разговаривать с вами, все. На этом аргументы кончились, так он еще и кинул предъяву, мол, я нарушил ФИР-РП, хотя я никуда не убегал. Типа, нахуя мне стоять в собственности человека, который против того, чтобы я там находился? Я, естественно, вылез на улицу. Если бы я хотел побежать куда-то, я бы, естественно, даже не смотрел бы в сторону этих двух ребят в комендантский час, а просто бы пошел, куда глаза глядят. Оправдание любого долбоеба, который делает какую-то несуразную хуету по отношению к правилам, это твои проблемы, то, что вот так вот получилось. То есть, по их мнению, это моя исключительно проблема, то, что они не успели договорить, прежде чем лупить по мне палкой. По его логике, если я найду у него нарушение, тэпну его в админзону, скажу, вы будете забанены за, и в этот момент нажму Enter, и когда он уже улетит в бан, я дальше назову причину этого бана, это будет полностью его проблема, потому что он не дослушал, что я ему говорю. А в смысле? Ну я нажал на кнопку бана. Но ты же не услышал, это твои проблемы, я-то сказал все. Убегать, я далеко убежал, я на улицу вылез, чтобы там не мешаться. Он просто его вернул. Его заковал в наручники с которого он нагло просто съебывается в окошко. Так. А он говорит, ебать, лицом к стене. Я вижу, он выходит на улицу. Не дома, бью его палкой, блять, потому что он у Джаггера съебывается. Это раз, и два, потому что он не дома в комендантский час. Я далеко все, куда-то? А куда я ушел вообще? Я просто не помню. Напомни, пожалуйста. Ну так, блять, если ты вспомнить не можешь, и, блять, демку посмотри свою, или, блять, вспомни, подумай, полежи. Так я убежал, типа, от него, ты хочешь сказать? Нет, типа, ты в наручниках, он, блять, стоит, тебе вердикт выносит, ты берешь из помещения, выходишь. В наглую прям. Он за тобой летит. Точно так было? Вы в помещении, вот в оружейном магазине были? Я вылез говорит, оттуда, когда меня заковали, и встал с другой стороны, ну, со стороны улицы. Так, и потом меня арестовали. Ну, он же прям далеко не выходил-то тоже. Блять, какая разница, я бегу, вижу, он в наручниках, блять, не на улице. Ну, блять, на улице, точнее, в комендантский час. То есть, если бы его не было, ладно, я бы прошел ничего это... Он в наручниках на улице, уходит куда-то, блядь, от Джиггернаута в наручниках. Нет, я вылез с окошечка этого и со стороны улицы встал. Да, только я получается, со стороны улицы встал, на его приказ отреагировал остановиться. Я не убегал никуда. А суть жалобы-то в чем? А кто открыл-то опять, ну? А в том, что меня арестовали, не сказав нормально причину.
В уши долбиться не надо. Так никто не долбится в уши. Ну так молодец, тогда почисти, иди, не знаю. Не, так у меня чистые, зачем мне чистить? Нарушений у меня нету. Нет, есть нарушения. Я не вижу. Ты сказал не дома, но то, что он не дома, там, например. Подаем жалобу снова на фриарест, а также на админобус, потому что челик себе не захотел выдавать наказание, даже с учетом того, что у меня была демка на руках. И да, ребята, это по-настоящему технически фриарест, потому что вам ПРП не сказали причину в РП-чат, вы ее просто-напросто ПРП не услышали. Да, вы можете знать по так называемому нон-РП, за что вас посадили, но ПРП вам никто ничего не сказал. О, наборка приняла. И когда я уже улетаю в тюрьму, я не слышу, что там происходит, что он говорит. И он тогда, видимо, только сказал. И типа мне все говорят, это моя проблема, что я улетел в тюрьму и не услышал, что он дальше там говорит. Ну что это за бред? По факту смотри, он обязан тебя поставить сначала лицом к стене, потом проверить и сказать причину назвать. И потом сажать, а не сразу, как лицом поставил, сразу посадить. Да, только прикол в том, что заковал в наручники меня другой человек, госсотрудник другой. Я никуда ни от кого не убегал. Просто перелез через окно на улицу, вот, чтобы дальше он там потом, как разберется с оружейником, со мной побеседовал. И ко мне подбегает другой чел, говорит, вы будете арестованы по причине, я улетаю в тюрьму и дальше ничего не слышу. И это типа моя проблема, они утверждают. А в данный момент нет, но в скором времени появится. Просто желательно бы демонстрацию экрана посмотреть, потому что ситуация очень интересная. Блять, я вот сейчас потому думаю что просто, они должны а были как? До конца договорить. Ну, да, должны, я об этом и говорю, но мы это обсудили, мне один админ сказал, то, что вот, не обязан он, типа, до конца, говорит, ты сам не услышал, это твои проблемы, говорю, блядь, в смысле моя проблема, если я в этот момент уже в тюрьме оказался? Типа, он сначала жмет арест, а потом, типа, договаривает, ну что за бред? Не-не-не, это не твоя проблема, это ихняя уже проблема. Сейчас арестарну, ребят, смотри, подождите. Как бы... Сначала лучше позови того, кто меня арестовал, тэпни его. Там просто такой прикол, что его другой знакомый, его, походу, взял и дернул жалобы, типа, по своим делам. За него ответил, типа, нет у него нарушений, и все, он вмешался в жалобу без разрешения. Блять, ну админ жидкий мне вот этот попался, инсейн, он, сука, схавал все, что только можно и нельзя, блять, одни. Сука, надо школу админов открывать, походу, правда. Меня так... Ну, блять, надо было просто тогда жалобу не принимать, ну, серьезно. Помочь кто-нибудь пацаны, может, короче? Пацаны, вон чуть дальше. Стой. На тебя жалоба, смотри. Почему блядь. Ты не назвал? А? Ну ты понимаешь, за что, да? Не хочешь забавный факт? Он подает уже четвертую или пятую жалобу, ему я сказал, еще подам. Что... Ну вот, блядь, он чисто жалобу, блядь, спамит, потому что SCP-05 ему сказал то, что если он там что-то не услышал, это, ну, то есть его проблема. Я в чату это сказал, что он смотри, не дома. Это... Смотри, мне объяснили смотри. Ситуацию. Типа, ты его арестовал, вы надели на него наручники, поставили лицом к стене и арестовали, и начали потом причину говорить. Это будет считаться как фриарест, ты не назвал ему причину. Ты обязан назвать сначала причину, а потом арестовать. Он назвал. Я знаю. А, он опять пришел нет, выгораживать, смотри. Серьезно? Ну блядь. Сколько можно уже? Ёбаный войнот. Пиздец, у него там колокола ебашат. Че, колокола послушаем или... Смотри. Замучим, блядь, дай пиздюки войноту, но он заебал мешать. Ну, блядь, он нам мешает. Да замуть его, да. Пожалуйста, ну ёбаный в рот, ну что замуть вы, блядь, его. Сука... Он не услышал. И виноват я, то, что он не слышит нихуя. Да, ты виноват, ты не договорил. Смотри. Ты должен, прежде чем надеть на него наручники, арестовать, ты должен объяснить ему причину. То есть у тебя выходит фри-арест. Надел не я, я вижу, он просто выползает на улицу уже в наручниках. Ну тогда. Я ему назвал причину, то что... не. Ага. Так я ему назвал причину, пока он в наручниках был, я сказал не дома, я арестовал. Смотри, если мне сейчас покажу демонстрацию экрана, ты будет слышно, где ты ему не сказал сразу, то у тебя будет обман плюс. Будет пиздеть. Ладно, давай. Сейчас глянем. Давай. В личку? Вот я к челу зашел просто и все. Съебался. Съебался сам. Я лицом к стене встал. Лицом к стене. Раз, два. Так. Вы пока в наручниках побудете. Документы покажите на магазин. Покажи свой знак. Лицом к стене встал, раз. Я и так встаю. Будьте арестованы. Угу, я понял, фриарест.
тебе арест и фрикаф, хорошо? Нет, ну фрикаф оно там не будет. Меня-то за то, что они дома в каче влез к чужому челу в квартиру. Вот, там фри арест и махинации. Тогда у злой картошки выходит фри арест, а у CP выходит этот фрикаф. А, нет, фрикаф нет. Наручники-то он правильно одел. Да. Комендант сейчас. У меня вопросик-то касаемо другого. То, что они утверждали, что это они все сказали, это я нихуя не услышал, и это мои проблемы. Угу. Ну, сейчас я с ними тоже поговорю, потому что что-то не работает. Ну, у тебя голова отдельно от рук работает или как? Нет, я головкой думаю. Головка, а головой ты думаешь? Хочешь в DS, хочешь скину. Там, правда, ограничения маленькие, а вот слишком файлы не пропускает же. В фотошопе растяни, чтобы, ну, побольше файл был. Стандартный не пропустит. Это, Ясич, смотри, такой вопрос еще. Он уже какой раз жалобу подает чисто вот на это. Да. Наверное, уже четвертую, пятую, не знаю. Типа, это в чем прикол? Это в том прикол, чтобы ты бан получил. Душнилово. Стоп, а в чем запрещено подавать много раз жалобу? Если ее неправильно разобрали, в чем еще раз не подать ее? Так, блядь, там уже куча админов жалобы разбирала. 0.5 SCP разбирал, еще, блядь. Да, 0.5, который тебя прикрыл и забрал с жалобы вообще. Прикольно, он разобрал жалобу, а другой админ схавал это все. Ну просто вы правила, если вы не знаете, и все. Ну все, давай просто отдохнешь и все. Да, иди отсюда, давай. Все, так приятно тебе играть.